Добрый день, на 8 минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком со сборной Франции. В ней принимает правда. Отличной защитой диплома. Написал Саша. Любимую сестру Кукова Инова. С праздником, с днем рождения. Любимый целуй. Привет, Челябинск, Саша. Ебать! Да, нахуй! Ебать! Можно упростить задачу, ну, так сказать... Ёб твою бога мать-то, а! Паником... дергать за веревочку и ноутбуки изучать. Что за хуйня? Ёп. Едешь ты, долбоёб, блядь! Блядь, ты куда-то едешь? Блядь! Ебанутая, блядь!
трудящиеся потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи 1 мая как день международного... Ебать! Ты что творишь-то, блядь? Что-то забыл. А кто меня справа давать наряд, или что там? Фига он задел. Опа! Мы заземлены? Мы заземлены! Ты козёл, а! Смотри, вот так вот, а вот он, красавчик, блядь. Да раз ты ебаный, сука, нахуй! Давай, быстрее, торможи, пойдем поможем человеку. Ёпта. Давай, я сюда встану. Что он боком ел. Ой, я подал! Ты ж ебан. Да, ну нужно это сделать. А как сегодня дети... внутри этих детских домов друг с другом, да, точно? Конечно, у них...
Есть контакт, блядь. Я пультика закинул туда, нахуй. Ты, блядь, тормози, блядь. Ёб твою мать, нехай. 30 секунд. Блядь, Игорь! Чё нахрен, смотри! А ты их брёшь куда на встречку, ёб твою мать, козёл, блядь! 43-43. В мире пассажира аэроплана и совершил полет на 600 метров, длившийся 28 секунд. Так... Ha ha ha.